Эрмитаже, жители которого умеют, а самое главное, любят праздновать. А свадьба – это самое трогательное торжество. Сегодня молодожены уделяют много времени подготовке к этому чуть ли не главному событию в их жизни. Выбор свадебного платья, заказ пригласительных, обзор различных вариантов оформления свадебного банкета. Ну и, конечно, самое главное – это выбор самого места для проведения банкета. Торжественная церемония, посвященная заключению брака, отмечается пышно, порой излишне помпезно. Что ж, символизм нынче не в моде. Место для проведения банкета должно быть просторным и красивым. В Актау начал работу зал торжеств Ханшатера. Амбициозный проект еще с начала строительства привлек внимание жителей города Актау. И, конечно, команда программы «Все лучше в Актау» не могла пропустить такое событие, как открытие такого величественного здания. Зал торжеств, потому что мы хотим, чтобы на этом уровне именно проводились, в этом зале проводились не только события частного характера, но и форумы, конференции, показы мод и, конечно же, концерты. Концерты, которые мы хотели создать в городе очень качественным звуком, банкетно-концертный зал. В зале торжеств Ханшатера существует своя аппаратная комната, в которой присутствует все новейшее оборудование. Именно здесь осуществляется работа со всем световым оборудованием, которое находится в банкетном зале. И именно здесь выводится на экраны в банкетном зале то видео, которое должно радовать молодых и гостей. Интерьер зала торжеств Ханшатера выполнен в теплых тонах. Стены оформлены в оригинальном стиле и дополнены декоративными люстрами. В целом, все это в купе заставляет погрузиться в роскошь той эпохи, когда люди строили дворцы, создавая воистину шедевры. Мебель идет с Южной Кореи, с Гонконга, вплоть до посуды. Частично привозили из Сербии, так как наши генеральные подрядчики были сербы, сербская компания в Высокограде, то продукция, основная продукция, 60% идет в Сербии. То, что касается мебели, то, что касается дверей, аксессуаров каких-то, люстр, это все идет уже с Европы. Актау – один из самых развитых и богатых регионов Казахстана и наиболее красивый из морских городов. В жаркий летний день достаточно взять велосипед, и через несколько минут вы окажетесь на пляже. Город также отличает хороший климат, здесь практически не бывает дождей и всегда очень тепло. Актауцы очень ценят качественный и доступный отдых. Внимание команды программы «Все лучшее в Актау» привлек развлекательный комплекс «Космос». Нам стало интересно, как в одном здании можно совместить ресторанный комплекс, ночной клуб и шансон-паб с караоке. Думаю, и вам тоже.
Оформляя интерьеры, авторы делали выразительные декоративные эффекты, подчеркивающие стиль данного заведения. Яркие, динамичные, фантазийные декорации придают помещению неповторимый вид и атмосферу клубного праздника. Для тех, у кого душа поет, клуб работает в стиле караоке до 12 часов ночи. Ну а для любителей активного отдыха после полуночи начинается зажигательная музыка. Раствориться в нереальной обстановке удовольствия можно, посетив Шансон Паб. Мягкий свет, плетеная мебель и фигуры ручной работы создают неповторимый уют и комфорт. Воображение авторов поражает своей фантазией. Еще ни в одном заведении города я не встречал столь потрясающей яркой барной стойки, выполненной в космическом морском стиле. Известно, VIP-кабины в наше время являются неотъемлемой частью любого ресторанного комплекса. Такая же есть и в космосе. Ну что ж, прелесть современной VIP-кабины состоит в том, что здесь можно собраться в дружеской, теплой обстановке и отметить любое торжество и мероприятие, а также попеть в профессиональное караоке. Ну и, конечно же, поиграть в современные интерактивные игры, такие как «Крокодил» или «Мафия».
всегда стремимся сделать свою квартиру самым уютным и удобным местом на земле, куда хотелось бы возвращаться каждый день, наслаждаясь атмосферой и комфортом. Выбор мебели является очень важным моментом, от которого будет зависеть весь интерьер помещения, поэтому к нему всегда предъявляется целый ряд требований, ведь именно от него зависит, будет ли радовать приобретенная вещь в будущем или нет. После проведения ремонта нам всегда хочется обновить свой интерьер, привнести что-то новое, освежающее. В настоящее время существует огромное количество различных диванов, кресел, трансформеров. В их разнообразии можно легко потеряться, но не стоит отчаиваться, и в этом количестве вариантов можно разобраться. Мебельный салон «Интерьер» работает с лучшими производителями России, Украины, Турции. В нашем салоне большой выбор спальных гарнитуров, мягких уголков и гостиных. Наша мебель отличается высоким качеством и комфортностью. В ее производстве применяются новейшие технологии, экологически чистые материалы. Опытные продавцы помогут вам подобрать изысканную мебель для вашего интерьера. Специально для вас действуют старые цены и гибкая система скидок. Мебельный салон «Интерьер» создает пространство, в котором удобно жить.